Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду выполнять, планирую украшения из подвесок, которые сплету из делики. Смотрите, вот такой у меня материал. Это не будет мастер-класс особо, просто вот попутно буду снимать. У меня вот такой очень красивый яркий бисер. Номер потерялся. Это делика какая-то вот оранжевая, такая очень яркая. Буду использовать его. Еще здесь у меня коричневый такой бисер, и немножко возьму бронзу. Вот из этих трех материалов хочу сплести полоски мозаичным плетением. Ширина полоски у меня будет на 10. Здесь я набрала 11 бисера. Ну, один бисер такой поворотный. Как плести мозаику, наверное, все знают, но, может быть, кто-то вот случайно попал. Я вот здесь оставляю побольше хвостика, чтобы потом сделать как бы концы соединить. Потом покажу. В общем, оставляю сантиметров 20 там. Сейчас разворачиваюсь. Две бисеринки вот так вот отбрасываю. Захожу, прохожу через третий. Это у меня будет поворот такой. Дальше набираю один бисер. Вот. И прохожу через один. Вот один пропускаю. И на следующий. И вот так вот плету мозаику. Мозаичное плетение. Из делики плетется очень легко. Опять один бисер. И прохожу через один. Вот. Сначала я буду плести коричневым цветом, потом сделаю полоски из ярко-оранжевого с бронзой. Ну, сейчас посмотрите. У меня в голове только сложился рисунок, я уж рисовать не буду. Вот, смотрите, сейчас поворот, кто не знает. Вот опять набираем один бисер и проходим вот в этот бисер. Это я показываю только для начинающих. В общем, мозаику плести очень просто. Опять мы проходим, набираем один, проходим следующий. И вот так вот плетем нужную длину. Длина у меня полосок будет разная. Сейчас я сплету немножко и к вам вернусь. Ну вот смотрите, как обычно я увлеклась и почти доплела эту полоску. Вот такие у меня цветные полоски будут. И наискосок я буду завершать эту деталь. И смотрите, дальше нам нужно здесь повернуться. Вот этот момент только покажу. Я сейчас не вот так вот уйду с бисеринкой. Мне нужно выйти из вот этого бисера уже в холостую, без ничего. Поэтому я ухожу в эту сторону. Вот так сразу идти сюда ни в коем случае нельзя, будет видно нитку. Поэтому мы уходим влево. Вот так ушли влево. Ну, может быть, кто-то вот не знает. Теперь уходим вниз через следующий бисер. Так, вам видно или нет? Вот. Так, ушли вот так вниз. Натягиваем и выходим через вот этот бисер. И только сейчас мы начинаем набирать. Здесь у меня идет наискосок полоска. Набираю оранжевый. Ну, дальше уже плетем как обычно, но у нас вот так вот пойдет скос, как вы поняли. Так. Но рисунки здесь могут быть разные. Я, конечно, люблю геометрию почему-то. Ну, она, в общем, в плетении удобная, наверное, еще и поэтому. Думать ничего не надо. Вот. Ну, по рисунку набираем. Я всегда снизу вверх иду, поэтому переворачиваю. Это уж кому как удобно. Здесь у меня опять оранжевый напрашивается. Вот. И иду в обратную сторону. Так, здесь уже коричневый. Ну, я не стала показывать сам рисунок. Мне кажется, рисунки у всех будут разные. Вот я набрала бисер.
Вот, набрала теперь оранжевый бисер. И вот, дальше я уже не иду, мне нужно развернуться. Чтобы развернуться, нам нужно уйти налево. Один раз ушли налево, ну еще раз показываю. И еще раз уходим налево. Теперь идем вниз через соседний бисер. Вот так. И вот теперь выходим из бисера, из которого уже идем дальше. Вот так и плетем, пока не останется одна бисеринка. Вот. Видите, получается такой скос у нас. Может быть, галочка. Галочкой тоже можно плести. Ну вот, я дошла до этого конца. У меня последний бисер. Я его одеваю. И все, как бы заканчивается. Теперь я по этой линии вот так вот пойду. Ну, чтобы только укрепить. Все, сейчас остается просто пропетлять, удалить нитку. С чем я и займусь. Я просто петляю сколько-нибудь, отрезаю и подпаливаю. Здесь очень трудно прятать узелок при плетении деликой. Поэтому вот так вывожу в бисер, который не очень заметный. Вот и все. Вот ничего не заметно. Сейчас мы займемся вот этим концом. Я хочу сделать здесь, вот сюда одеваю сейчас иголку. Хочу сделать трубочку, чтобы потом нанизать на тросик. Вот смотрите, вот так у меня. Так, сейчас я посмотрю. Делаю такую трубочку. Я делаю на седьмой бисер. Вот просто считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Захожу в седьмой бисер и... Ой, потеряла уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И просто вот таким образом, петляя из стороны в сторону, зашиваю... Так, видно, нет... Очень хорошо это все зашивается, вы знаете, но у меня будет вот небольшая трубочка, и чтобы там проходил бисер, чтобы чуть-чуть эту трубочку приподнять. Ну, понятно, да, вот линии видны, я потом стяну, и это все в трубочку свернется. Но мне пока удобнее вот так. Ну и потом натягиваю до конца. И у нас получается вот такая, видите, трубочка. Сейчас пропетляю, удалю нитку. Вот смотрите, я сплела еще кучу вот таких подвесок. Конечно, по центру я хотела еще один элемент, но у меня не хватило коричневого бисера. Поэтому будет вот так. Но в принципе было бы хорошо, если бы полосок было нечетное количество. Смотрелось бы лучше, я думаю. Вот, ну, получается вот так. Сейчас я это хочу чередовать при сборке. Не знаю, вот у меня есть такие бусинки. Конечно, вот были бы коричневые, они было бы лучше. Но вот эти, они прям по цвету один в один с этими. Наверное, соберу с ними. Или же есть, ну, почему-то кристаллы сюда включать не хочется. Есть у меня немножко коричневые вот такие кристаллы. Может быть, их включить. Сейчас я попробую собрать разные варианты, вам покажу. Вот оцените, кому как. Так, еще один момент. Я хочу в эти трубочки... Буду собирать на тросик, попробую. Наверное, на мемори это будет слишком... Ну, будет не то. Вот я тут приготовила... Немного бисера чешского. Сначала буду пропускать. В общем, чешский бисер немного нанизаю, чтобы внутрь вот, ну, приподнять как бы. Так, 2, 3. Сколько войдет, интересно. Так, сейчас посчитаю, чтобы везде было одинаково. Так, 2,
Не могу в перчатках работать. Неудобно. 4. 5, 6, 7. Так. Ну, это надо измерять. Думаю, 8 надо. А то и 9. Вот так просто надо. Нет, вот как раз будет 8. Так, это у меня крайний элемент. Вот так. Надо, чтобы эти бусинки туда вошли. Они как раз туда входят. В общем, сейчас должны войти, я думаю. Сейчас. Ну вот, смотрите, что у меня получилось. На самом деле, очень просто собрала. Но получается очень даже интересное украшение. Ну, может быть, тут, конечно, другие бусинки были бы лучше. Опять же, повторяюсь, коричневые я хотела вот на эти места. Но за неимением получилось вот так. Но тоже довольно красиво. Имеет место быть. Единственное, вот хочется посередине еще один элемент. И его нужно сделать с галочкой вот тут. Вот не так, а вот так, да? И один элемент еще. Вот. Ну все, девочки, это была такая идея. Всех благодарю за просмотр. Спасибо, что были со мной. И до следующего видео. Пока-пока.